Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие грецкие. Сегодня с вами снова я, теперь Надя. Делаю сегодня мини-обзор вот такого вот сета наклеек, который называется Butterfly Sticker Set. Представлены здесь 10 наклеек бабочек. Они выполнены в такой вот ботанической иллюстрации, как я это называю. Ну, в общем, состаренные такие, очень интересные, очень классные. Я уже показывала вам разные обзоры других товаров данной продукции, или как это назвать, я не знаю. В общем, на сайте Mail Art Inspiration, где я закупаюсь с разными товарами для переписок бумажных, у них очень много разных вариантов вот таких вот стикеров. Вот, и конкретно в этом наборе сказано, что 10 наклеек представлено. Они очень качественные, они виниловые, если я не ошибаюсь. И они сделаны вот на такой вот пожелтевшей бумаге немножко. И мне кажется, это очень качественная печать, потому что где я печатаю собственные наклейки, да, с моими иллюстрациями, у нас там такой бумаги нету. Хотя очень бы хотелось. И мне кажется, здесь больше, чем 10 наклеек, и знаете, это как подарок, да, это как подарок для меня, потому что я делала у них очень большой заказ, и возможно, как в подарок мне положили больше бабочек вот этих вот милых, чем положено. Посмотрите, какие они красивые, они как живые, все такие разные, и сами иллюстрации тоже очень разные, очень интересные, как и бабочки. Вот, я заказывала специально для бумажных переписок. Вот, смотрите, здесь у нас 11 бабочек получается. И они очень классные. Вот это, кажется, самая большая из всех по размеру. Да, самая большая. И она самая нежная. Но мне больше всего нравится вот эта синяя, конечно же, с оранжевым, потому что она самая яркая. И вот эта тоже очень интересная. Вообще, сами наклейки очень интересные. Есть вот как на серо-белой бумаге, так и на желтой. И сзади вот видно, что они на такой вот печатной, даже не знаю, фотобумага или что это использовано здесь. Но она очень-очень качественная. Они точно воды не боятся. Потому что, как я уже сказала, это, кажется, винил. Вот, такой набор стоит 35 рублей. Если вы заказываете два набора, то вам приходят совершенно разные наклейки. Поэтому не бойтесь заказывать сразу два, если мало 10 штук. Вот, но мне кажется, здесь достаточно. Можно по одной такой бабочке отсылать в письмах своих друзьям. И они будут тоже очень рады. Вот, всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.